Перекресток улиц Ставропольской и Нововокзальная. Работа кипит, аж земля дрожит. С помощью спецмашины фрезы рабочие снимают старый слой асфальтового покрытия вдоль трамвайных путей, чтобы залить новый. Пока дождя нет, надеемся, что не будет. А если такая влажность, асфальт горячий, температура больше 200 градусов, влага выпаривается. На все про все у дорожников одна ночь. Чтобы не создавать лишних заторов, днем работы не проводят. Тем более этот перекресток один из самых загруженных. Даже ближе к полуночи движение здесь не утихает. Но к временным затруднениям водители трамваев и автолюбители относятся с пониманием. Переезжаешь, когда перекресток, рельсы торчат постоянно, и подвеска убивается, не дай бог колесо пробьешь. Вот. А так они хоть немножко сравняют асфальт с рельсами, и будет нормально пересекать перекресток. Перекрестки – одни из самых опасных участков в улично-дорожной сети. Поэтому и внимание к ним городских властей особое. Важно учесть все нормативы и соблюсти меры безопасности дорожного движения. В последнее время очень много идет замечаний от руководства города, что перекрестки находятся в неудовлетворительном состоянии, оголовок рельса находится, оголовок рельса завышен над уровнем проезжей части, что является нарушением. Это первый перекресток, который ремонтируют в этом году. В планах еще три. Кроме того, дорожники муниципального предприятия благоустройства проводят ямочный ремонт по всему городу. А вскоре, когда позволит погода, начнут ремонт дорожного полотна картами. Марина Матвеевна, Сергей Баскин. События.